И также сегодня в Москве губернатор Самарской области подписал соглашение с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Совместная работа будет направлена на повышение эффективности социально-экономического развития региона. Учреждение будет финансировать перспективные научные исследования, инновационные предприятия. Речь может идти о покупке оборудования или даже об увеличении объемов производства. На встрече было отмечено, что в регионе много достойных проектов. Областные власти большое внимание уделяют инновационному развитию. Николай Меркушкин отметил, что эта работа будет вестись, и об этой проблеме будет заявлено и во время ежегодного послания губернатора.